Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Приучение кошки к когтеточке – важный процесс для любого мяукающего друга. Но как приучить кошку к когтеточке максимально легко и быстро? В этом выпуске мы рассмотрим основные советы на эту тему. Обычно кошки точат когти о мебель не со зла. Скорее всего, питомцу не нравится когтеточка или ее местоположение. Также у любимца могут быть неприятные воспоминания, связанные с приучением когтеточки, и поэтому кошка теперь обходит ее стороной. Как же приучить мяукающего друга когтеточке легко и быстро? Давайте разбираться. Подберите правильную когтеточку. Сейчас в зоомагазинах существует огромный выбор когтеточек разных форм, размеров и текстур. Понаблюдайте за кошкой, чтобы понять ее предпочтения. Если ваш питомец точит когти от дивана или стены, ему подойдет вертикальная когтеточка. А если он любит подрать ковер, то лучше купить горизонтальную когтеточку. Выберите правильное место для когтеточки. Возможно, ваша кошка не интересуется когтеточкой просто потому, что ей не нравится то место, где она стоит. Понаблюдайте за питомцем, чтобы понять, где он обычно точит когти. Там и поставьте когтеточку. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Как только вы увидите, что ваш питомец по назначению использует когтеточку, похвалите его и дайте ему угощение. А если он снова начнет точить когти о мебель, остановите его, отнесите к когтеточке, а затем угостите лакомством. Нужно сделать так, чтобы кошка поняла, в каком случае она получает угощение и похвалу. Это поможет вам сформировать позитивную ассоциацию мяукающего друга с когтеточкой. Используйте притягивающие кошек запахи. Например, можно привлечь питомца к когтеточке с помощью кошачьей мяты или валерьянки. А чтобы мяукающий друг отучился драть мебель, опрыскайте диван или ковер спреем с цитрусовым ароматом. Его запах отпугнет любимца. Теперь вы знаете, как приучить кошку к когтеточке легко и быстро. Следуйте нашим советам, и тогда ваш мяукающий друг всегда будет точить свои когти в правильном месте. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!